Приветствую, товарищи. Сегодня у меня для вас, как вы видите, новый бустер из нового сета Престол Эльдрайна. Я ненавижу это название. Точнее, как его локализовали. Собственно, недавно я был на модерновом ивенте и получил в награду вот такую штуку. Второе место занял. Так, и сейчас мы это будем вскрывать и смотреть, что нам попадется. Я подумывал оставить этот бустер на драфт, но сейчас драфты подорожали, и я не знаю, когда в следующий раз я смогу бусты найти. А покупать бусты это такое себе. Хочется выигрывать их. Так что пока так. На подходе у меня должны быть еще два буста горизонтов модерна, которые мне по некоторым обстоятельствам не смогли выдать в награду в назначенное время. Так что это тоже будет в телевизоре вскоре. Давайте же наконец посмотрим, что у нас сегодня. Ну, мантия. Я никогда с ней так и не играл, но, судя по всему, она работает. Как бы 1-2 за один довольно приятный эквип. Вот это очень забавная карта, она порой очень подгаживает самому тебе, потому что в этом драфтовом архетипе очень сильны силен мил, синий мил, мил. Как это не забавно звучит. Вот этой я карты вообще не играл, она такая себе. Ну, может быть, она и не такая себе, но я и не играл. Вот это наш призрак. Сложная карта для того, чтобы ее играть нормально в драфте, как мне кажется. Такой бешеный. Очень бешеный. Ну, типичная подкачка. Волшебное слово. Опять же, мил. Мил! А! Вот эта карта идиотская. Она меня бесит, потому что она позволяет создавать еду много-много-много раз. Из-за этого игры очень долго затягиваются, поэтому лимит от окружения очень медленное. На драфтах, особенно на силидах, очень долго партии идут. Порой на дрове заканчивается, то есть 1-1 там или что там духи. 1-0 даже. Ремувал хороший. Лиса. Кошак, что ли? Кошак! Кошак. На кошаке колода, на удивление, сильная. Поэтому именно в Constructed очень сильно. Даже в Limited, ну, по понятным причинам. Котел, кошак и все. И там уже поиграли. Лесничая. Ну, такое себе. Что-то бесцветное позади лежит. Вот, к слову, про то, как играет Мил. Вот с такой вот штукой. То есть вы удваиваете милы, там минус 8 карт просто у оппонента, и это просто жесть. Ну и наша рарка. Оба-на. Giant Killer. Это очень даже годная рарка, я бы сказал. Не то чтобы топовая рарка, но я думаю, она еще себя покажет. Ну и равнина, и человек, воин с едой, без еды, с Роуэн. Ну, тоже нормально. Не знаю, Giant Killer, по-моему, ничего не стоит толком. Но эта карта сама по себе годная. Как бы за одну ману. Таппер и ремувал достаточно больших целей. Приятная, приятная вещь. Собственно, это все, что у меня на сегодня. Только один бустер, потому что другие пока еще не подошли. Просто хотел, скажем так, наконец избавиться от этой запечатанной штуки, которая у меня лежит. И плюс к тому, залить хоть что-нибудь на канал, потому что я давно уже ничего не заливал, а давно пора бы уже было что-нибудь и залить. Собственно, господа, на этом у меня на сегодня все. Благодарю вас за просмотр и до скорого!